Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и всех с наступающим Новым годом, ёлки. Сегодня будем прокачивать барда. Я не знаю, вы слышите на заднем плане мою дочку или нет, как она там кричит просто. Сегодня получила подарок от Деда Мороза. Короче, я даже не знаю, с чего начать. Реально затормозил из-за последних обстоятельств, не особо приятных, с выпуском видоса про барда, про Мэри, про много чего я затормозил, потому что по планам у меня должны были видосы выходить совершенно другие в последние дни на канале, и причем их должно было быть много, ну потому что многие из вас знают, а может кто-то не знает, в декабре как бы самая высокая, скажем так, стоимость монетизации на Ютубе. И потому как бы под конец года самое то взять, повыпускать плюс 100-500 видосов. А я, скажем так, все это благополучно профукал. Но ничего страшного, я себе поставил миссию выпустить именно видос про барда и успеть его прокачать до Нового года. Единственная проблема заключается в том, что мы его особо сейчас протестить не сможем, и не сможем нормально протестить ни 2 числа, ни 5 числа на битве гильдии, потому что флешмобы. Да, флешмобы — это хорошо, но вот мне, задроту, хотелось бы как бы вот наоборот, чтобы у всех защита стояла, хотя я поддерживаю, ребята, всеми своими фибрами души именно, скажем так, этот флешмоб. Сегодня мы прокачаем, я вам покажу, наверное, на 90% конечную сборку моего барда, объясню вам, зачем, почему, как, что и для чего. Вот, вот так вот, да. С наступающим, ребятушки, ставим лайк или дизлайк, усаживаемся поудобней и начинаем качать моего барда. Сегодня случилось, кстати, новогоднее чудо на моем аккаунте, потому что пришли самоцветы от разработчиков. Как вы помните, я в прошлом видео очень много потратил самоцветов на кого? На этого, на хладного призрака. Там 25 тысяч самоцветов потратил на созвездие, так толком ничего и не выбил. Ну, реально грустная ситуация, психанул, даже потом не дороливал, попытался оставить хотя бы 15 тысяч самоцветов для барда. Я уже молчу про Мэри, да, я уже реально молчу про Мэри. И как бы захожу сегодня на аккаунт, смотрю, ёлки-палки, а у меня на аккаунте не 15 тысяч самоцветов, а 40. Но я тут, правда, уже чуть-чуть потратил, там, паролил героев, зачем, не знаю, просто вот такой вот я человек. Герои-то все есть, кроме лисы, а вот надо было взять и все равно паролить. Но не суть, не суть. Спасибо разработчикам, они, видать, специально постарались, прислали до Нового года, под Новый год самоцветы. За это респектосик. И что мы будем делать? Смотри. Мы для начала сольем какого-то ниндзю в какого-то черепа. У нас 813 тысяч силы. Вот. И прокачка барда у нас будет жестокая, самая такая массивная, потому что мы будем прокачивать ему непосредственно прорыв. Прорыв будем ему прокачивать. Так что давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Так, в кого я обычно сливал. Я даже, знаете, вот сел записывать видео, даже кофе не попил вчера. До утра сидел с этим видосом, что-то публиковал. Так, окей, подожди, где у нас тут? Вот оно, вот оно. И мы сейчас берем, ну, я думаю, что... Хотя, если, слушайте, на самом деле, дико пофиг, кого сливать. На самом деле, дико пофиг, кого сливать. Там просто ресы потрачены на ниндзиков. Не видишь, они впереди, они с 9-ми талантами. Ребят, все, камон. Ну, там сила, знаешь, разница по силе. Реально будет копеечно. Давай в черепа сольем и все, и не паримся. Сколько можно. Так, окей, добавить опыт. Все, мы слили, мы освободили место. У нас снова 808 тысяч силы. И наконец-то, спустя огромнейшее количество балдежа и балаболенья, мы переходим непосредственно к прокачке героя. Но сначала мы, конечно, мы прокачаем уровень просвета, а потом уже начнется самое интересное. Это талант будем пытаться выбить. Будем пытаться выбить ему, скажем так, эмблему.
не эмблему, а, извиняюсь, уже все, я заплетаюсь, ребят, чару. Вот, окей, ну что, полетели, друзья, качать, смотри, просто классно у нас, конечно, с книжками дела обстоят, подожди, вот так вот. Вот так вот. Ну, хотя книг много, но, опять же, их сегодня станет очень мало, на самом деле. Потому мы вот сейчас как бы не экономно все прокачиваем, а потом я буду кусать локти такой. За что я такой, блин, расточительный человек? Почему я так сделал? Как же так? Ужас-то ужас, огромнейший ужас. Так, далее. Так, заходим на склад. А, подожди, мы еще просвет можем прокачать. Надо запомнить вообще, где у меня алтарь находится. Так, начинаем сразу просветики качать. Слушайте, ну за барда я получу очень много силы. За счет прорыва будет прям прибавочка, так прибавочка, друзья мои. Окей. Так, 46 уровень прокачали. Неплохо, посмотри, сколько провизий уже. Мне штуки 2, наверное, за это время, пока качаю, вылетело провизий. Серьезно. Так, очень хорошо, что есть золото. Все-таки, если вы иногда, ребята, донатите, конечно, в игру, и если вы видите, что вылетают иногда бонусы, плюхи в виде золота и маны, купите разочек, два, это стоит копейки, но потом спасет огромнейшее количество ваших нервов, спасет огромнейшее количество, как бы вам объяснить, времени. То есть, ну, не надо будет в рейд ходить. Хотя, ну, на моем аккаунте в рейд ходить не надо. Но когда тебе надо прокачать барда на видео, тебе хочется это сделать побыстрее. Вот, и еще успеть побалаболить. А при этом не хочется тебе монтировать видео, потом что-то вырезать. Ну, потому как бы это идеальная история для меня. Так. Слушай, золота не хватает. Ну, жду тут так сразу, а? Бац, и снова золота не хватает. Ну, серьезно. Да, серьезно. Ну, это не по-братски, ну что ты. Так, еще золото. Золото. У кого праздничное настроение есть? Признавайтесь. Пишите в комментариях. Вот, у кого там праздничное настроение есть, у кого его нету. Так, я лично Новый год буду праздновать просто ради дочки, потому что мне уже как-то давно там Новый год, не Новый год. Эволюционировать барта. Ага. Вы нам предлагаете его эволюционировать, но мы его эволюционировать не будем. Мы берем вот просто вот так вот. Вот так. Повторок нет, зато есть эти камушки. Мы их можем купить. Так, все хорошо, эволюция пришла. Окей, так, добавить опыт. Господи. Просто одни желтые книги остались. Одни желтые книги. Как жить-то так дальше? Ребятушки, как жить-то так дальше? Оп. Улучшить навык. Так, руны, просветик. А, это тоже не забываем. Слушай, ну заканчивается добро. Оно берет и заканчивается. Смотри. Да, надо будет скоро ману докупать. Друзья. Ну, ничего страшного. Все самое интересное еще впереди. Усовершенствуем. Улучшить навык. Да, детка. Да, деточка. Опа. Руны. Так, тут ему надо уже 185 уровень прокачивать. Ну, нам что, нам не сложно, мы прокачаем. Кстати, у меня куда-то голос пропал. Что-то я вчера слишком сильно орал, наверное, да? Нехорошо, но хорошо то, что мы можем сделать вторую эволюцию барда. Вот это хорошо. Эволюционировать. Да, деточка? Идем дальше и просто давай его начнем прокачивать. Улучшить навык просто золотыми книжками, как олигархия. Я не знаю, как это по-другому еще назвать. Все, добро у нас заканчивается. Здесь у нас тоже добра нету. Переходим набирать добро на склад. Так, открыть. 7 лямов. Побыстрее бы. Это, знаете, это самая такая вот мною ненавистная вещь для прокачки. Вот, прям вообще бесит. Вот, и потому раздражаюсь, да, вот эти там уровни прокачивать, еще что-то усовершенствовать, улучшить навык, давай,
ни в чем себе не отказываем. Дальше. Опа. А, все. Да, и нам золото больше не надо. 200 уровень. Смотри, дальше руны. Просветик тоже изи докачивается. Что нам тут? Сейчас маны откроем. Маны, видишь, для прокачки нужно больше, чем золото, да? Чтобы там, ну, типа, себе сделать вторую эволюцию герою. Или, к примеру, прокачать его на 100-й просвет. То, как бы, ресурсов по мане надо все-таки больше. Так, просвет. А, у меня и камни закончились. Слушай, а что у меня там вообще с камнями происходит? Я уже давно не смотрел и не обращал внимания, если честно. А, ну, слушай, у меня что-то есть. Да, слушай, мы живем. Они все как бы... Я все боюсь, что они закончатся. Они берут, не заканчиваются. Все. Все. Все, ребята, готово. Дальше, улучшаем навык. Навык сразу на максимум. 10/10. Замечательно. Дальше. Нам нужен талант. Ребятушки, какой талант нам нужен? Конечно же. Конечно же, тот талант, имя которого я забыл. Потому что это все так часто добавляется. Истинная вера. Наша задача какая сделалась? Наша задача сделать барда. С вашего позволения, попью кофе. Наша задача сделать барда, который сможет добивать, ребятушки, как бы базу, если всех остальных героев выбьют. До барда, конечно, в нынешних обстоятельствах будет редко доходить, но это новый герой на добивку, потому я его буду делать бессмертным. А в целом, с той сборкой, что я сделаю на барда, как бы его можно, ну, просто за счет его одного проходить битву гильдии. Ну, посмотрим, как будет. Ну, как бы ты там барда выпускаешь, еще какого-то героя выпускаешь, чтобы что-то там набрал. Ладно. Я тут, с вашего позволения, короче, кофе пью, что я только не делаю. Окей. Истинная вера. Нам нужно выбить эту истинную веру. Слушай, на складе же у нас по-любому нет. По крайней мере, я не помню. Герои, руны, таланты. Давай. Слушай, если на складе есть, то это, конечно, бонус. Но нету. Но нету. Значит, сейчас будем пытаться так выбить. Короче, ребята. Сейчас, походу, будет весело. Полетели. Ну, давай. Так. Я-то думал. О, боже. Слушай, а чё она так падает? Это ж вроде чуть ли не имба-талант. Ну, по крайней мере, для некоторых героев-то, а? Это мне чё, так с просонья повезло? Истинная вера. С третьей, да, или четвертой попытки. Я думал, я сейчас буду сидеть тут полчаса или час, потом это все вырезать, монтировать видео. Оно мне сразу упало. Оно мне, ребята, упало. Сразу. Слушай, ну, как бы... Ну, это прикольно. Подожди, надо подумать вообще, на какой... Не, ну, будем брать, ребята. И, наверное, прокачивать, короче, на максимум. Окей, смотри, улучшить навык. Шлям-пам-пам. 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 Ну и что, нам вообще камни не жалко. Пам! В топчик! Смотри, в топчик! Руны, эмблемы. Так, эмблемы, нам нужен священный огонь. Да еще что? О, десятый священный огонь. Ну, прям топовая сборка, да? И потестить нормально не смогу. То есть, как бы, адекватно мы все это дело прочухать можем после 5 января. Но новый состав у меня уже будет 2 января. То есть, я покажу его, да, и будем смотреть. Герой. Дальше. А что мы будем на нем, какого питомца использовать? Ну, в принципе, можно или ангелочка, или оленя. Вот. Ну, как бы, если, типа, тут два чувака с рогами будут, то это не очень хорошо. Ну что, погнали судьбу качать? Судьбу я тоже думаю на максимум прокачать. Опа, золота не хватает, да ты чего? Да ты чего, ну, серьезно? Серьезно, золота не хватает. Окей. Так, руны. Судьба. Улучшить.
Давай, 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 дружище. Опа. Барт. Так. Отлично. Отлично. Так. Так. Так, давай, давай. 33-я судьба. 33-я судьба. Окей. Идем дальше. Идем дальше, друзья. Ну-ка, 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 силушка растет. Барда нету. Подожди, надо сразу 25 купить. Я думаю, как бы хорошо будет, да? Так, здесь камушков у меня хватает. Все замечательно. А, стой. Обмен. А, стой, чуть-чуть, подожди. Ну. А, все, хорошо. Я уже испугался. Так. Все, качаем на максимум. Насколько у нас получится, ребят? 70. 70-й. Камушков последних не хватит. Судьбы не хватило! Ты прикинь, судьбы не хватило. Слушай, ну-ка. Ну... Судьбы не хватило. Это ты как бы прикинь. Судьбы! Это жестко. Это жестко. А почему судьбы не хватило? Кто у него тут в судьбе? Да у меня все герои есть отсюда. У вас нет этого героя, у вас нет этого героя. Но я всех прокачивал, я инженера прокачивал. Кого я только не прокачивал. Ну слушай, надо будет посмотреть этих героев, подкачать на максимум, знаешь. И посмотреть, что из этого будет. Ну, Ронина там докачать. Ну, я не знаю, ну, как бы... Уровень снаряжения. Ладно, ладно, ребята, будем смотреть. Ну, тут... Подожди, 63-532. Слушай, ну, допустим. Ну, допустим, кто там? Кто там? Какие герои, да? Ронин был. Ронин или Асура. Что у нас с Асурой? Вот у нас Асура. Что тебе не нравится? 10-й талант качать я не буду. Снаряжение. Созвездие. Созвездие 5-е. Но я могу здесь долбануть. Вы прикиньте, вот так бы всегда падало. Вот так бы всегда падало. С какой-то Асури. Вот серьезно. Там как бы вопросы к Асуре по поводу уклона, да, ну я Асурой давно не пользуюсь, там не смотрите на ее сборку. Но вы прикиньте. Хорошо, Ронин. Ну снаряжение, ну созвездие. А, ну видишь, тут по созвездию, да, есть тройка, четверка, ну как бы это выгоднее. Интересно, это в бонус идет? Атака не то. Ну, смотри, как... А Ронину не надо. Видишь, типа, Ронину не надо. Уклон. А чё? Для чего Ронину уклон? Ну, скажите мне. Столько уже карточек профукать. Да, еще две. Реально, вообще намека на уклон нету. Ну, стой, подожди. Сейчас, ладно. Они вообще засчитывают, интересно, доп созвездия или нет? Вот у меня какой вопрос-то. Они засчитывают эти доп созвездия? Я что-то просто раньше никогда не обращал внимания. Но если нет, ну, тогда там переролю кому-то так. Судьба. Все могу, да, все нормально. Все хорошо. Прекрасная маркиза, и мы его прокачиваем на максимум. Плюс 82 силы. То есть, по сути, у него умение 14. Ладно. А, так, руны. Окей, снаряжение. Погнали сюда. Сейчас будет самое жесткое. Самое жесткое. Хотя, наверное, не самое жесткое. Мы еще... Давай-ка, знаешь что? Мы ему качнем прорыв. Мы-то можем уже прорыв прокачать. Заходим сюда. И автоматически давай. Опа. Ты будешь автоматически? О, авто.
Все, полетели. Полетели, просто наблюдаем, как сейчас сила будет расти. Слушай, а сколько по времени автоматически он сам будет прорыв этот качать? На, сейчас уже 20-я минута видео идет, 21-я. Ну, на самом деле, как-то медленно. Типа, знаешь, ты качаешь прорыв и можешь взять, куда-то уйти, там, не знаю. Ну, пока что третий уровень прорыва. Мне же хватит, наверное, на 30-й прокачать. У меня там 22 тысячи этих камней желтых. Так, ребятушки, ну что, у нас финишная прямая. Я тут сидел, как баран на новые ворота смотрел почти... Ну, почти 5 минут, да, вот это вот все качается. Сейчас мы уже приближаемся к 30-му прорыву. У меня остается 10 тысяч камней желтых. Меня больше беспокоят красные. Ну, хотя красных, ой, не красные, а эти серо-буро-малиновые. Их 1800, но их хватит. То есть 30-й прорыв мы по-любому прокачаем, друзья. Слушай. Опа! Все, максималочка. Максималочка, друзья. И просто обратите внимание. Ой, сколько сил здесь жизни. Ладно, обратите внимание, сколько силы прибавилось много. Просто прорыв — это невероятная штука для прибавки силы. Но мы на этом не останавливаемся. Еще будет интересно, сколько мы потратим самоцветов. Слушай, единственное, зайду на склад Ребзя и гляну я тут одну интересную вещь. Сколько у меня этих камней осталось? Так, 8000, я еще что-то могу, ребят. Вот, и меня это радует. Ну, вас это радует, когда вы что-то как-то можете. А, так, тут у меня везде 30-е, вот, к примеру, Фрэнки. Ну, Фрэнки я для запределья качаю, да, но, знаешь, я вложился во Фрэнки, типа прокачивать его для запределья, но как бы так потом в запределье и не ходил. С этим, ладно, я потом разберусь. Давай, там как-нибудь на стриме, да? А тут мы ему сейчас возьмем, все доделаем. Давай. Давай, дружище. Да! И у Фрэнки теперь 30-й прорыв. Окей, но у нас сегодня, смотри, у нас 3-4 героя с 30-м прорывом. О божечки, но на самом деле прорыв качать еще многим, у меня, извини, Космо, Ворожей без прорыва, но это жесть, конечно. Но, понимаете, у меня самая главная локация — это битва гильдии. И как бы и у меня всегда идет акцент именно на битву гильдии. Ладненько, что у нас тут получается? Хулиганы, вступаем в хулиганы от 750 тысяч силы. Так, Барт красавчик. Снаряжение. Так, судьба максимум, снаряжение. Давай, это уж, ну, как-то вообще грустно, согласитесь, без снаряжения. Улучшаем. И, конечно же, нам не хватает. Назад, улучшить. Все. Аугментация. Аугментировать. Да, деточка. Слушай, 170, что-то там хорошее выпало. Ну что, надо как-то попытаться выбить суд героев на него. Потому что суда героев. Суда героев у меня, походу-то, ребята, и не осталось. Слушай, наверное, суда героев-то. Да. Вот просто лень сейчас сидеть, полчаса это все выбивать. Я хотел бы по-быстрому это видео выпустить. По-быстрому. Но нет. Ну, короче, ладно. Полетели, ребят. Я не знаю, может быть, я увеличу скорость этого роллинга, снаряжения. Поменять. И как бы, ну, четвертый-то выбью, да. А проблема заключается в том, что мне пятый нужен. Ну, или выбить уже четвертый, чтобы видео не затягивать. А потом со временем пятый добить на одном. Ну, потому что это надо сидеть часами выбивать. Это надо на стриме, тем более мне многим героев, ну, мне многих героев надо пересобирать, и включая чары. Может, на первое время пока что четверку выбью, наверное. Слушай, ну, тут даже четверка не падает. Слепляющий удар. Раскаленный доспех.
Вот хоть бы убрали бы эту паузу, чтобы ты там ролил, тыркал, тыркал, и нормально было бы. Тыркал, тыркал, и нормально. Давай. Ну, давай пока что для силы. Слушай, судом даже не пахнет. Судом даже не пахнет. Передача энергии. Хранитель леса. Необузданная ярость. Давай. Что там? Недомогание. Давай. Недомогание хорошие чары, но... Нам надо кое-что другое. Нам надо кое-что другое. Так. И это другое нам почему-то не падает. Абсолютно никаким образом. Ребятушки, я тут специально, короче, вас не мучил. Я не знаю, сколько времени потратил. Сидел тут минут 15, наверное, короче, долбил по чарам. И вот только сейчас у меня получилось не то, что пятый священный суд выбить, а просто четвертый только сейчас получилось выбить священный суд. Походу, в новом году будем делать стрим там, где будем сидеть и долбить, перероливать всем чары, потому что, ну, надо потратить эти 1500 коробок, и они потратятся, судя по тому, как выпадают, ну, нужные чары. Но это просто жесть, реально. Вот первый, четвертый священный суд. Не пятый, а именно четвертый. Я уже надеялся на пятый, но тут я не знаю, сколько мне полдня надо ролить. Извините, сегодня праздники, сегодня делал целая куча. Просто жесть. Просто, ребята, жесть. Ладно, давайте, надеюсь, мне с созвездиями повезет больше. Полетели. Ловись уклон большой и только большой. Пятерка прилетела. Это хороший знак. Так, главное, как обычно, мне не профукать пятерки. Четверка. О, пятерочка. Ну и тройка выпала. Ну такое. Давай дальше. Еще пятерка. Слушай, да неужели мне попрет сегодня под Новый год? Новогоднее чудо в битве замков. Новогоднее чудо в битве замков. Так. Окей, четвертый, третий. Не то. Нам нужны пятерки. Давай. Давай. У-у-у-у. Пожалуйста. 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 Так, ну и я сам, пожалуйста, не профукай пятерку. А то все в глазах уже сливается. Так. Давай. Тройка. Вот смотри, ну, самые дешмановские, да, когда ты ролишь за маленькое количество самоцветов, оно выпало. А дальше оно уже не хочет. Вот ни в какую. Давай. Я боюсь представить, что будет, когда я буду ролить за 450. Смотри, зато точность падает. Точность не нужна, но она падает. Так, четвертый уклон. Это нам не надо. Давай дальше. Третий уклон. Не то. Все не то. Летим, не останавливаемся. Четвертый уклон. Нет. Нам нужен пятый уклон. Нам нужен пятый уклон. Пожалуйста. Пожалуйста. О! Пятый уклон. Окей. Идем дальше.
Четвертый уклон. Нет, давай пятый. Слушай, у меня еще 25 тысяч самов осталось. Так, третий не подходит. Давай, пятый, пятый, пятый. Не то. Все не то. Все не то. Все не то. Все не то. Давай. Давай. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, окей. Окей. Ну, серьезно. Ну, что ты будешь делать-то, а? Вот я говорю, сейчас за 450 фиг поймаешь. 14 тысяч самов осталось. Ну, что-то как-то раньше мне легче эти созвездия все давались. Тут второй раз, посмотри. Ну, по сути, да, я уже потратил даже больше, чем на... потратил больше, чем на... О! Пятерка! Я потратил больше, чем на этого, на призрака. Ладно. Но хотя бы получилось выбить. У меня осталось 11 тысяч самоцветов, но это хоть что-то для Мэри останется. Стой, подожди. Вот. Давай за карточки. У меня есть 40 карточек, если кто не видит. Я богат. Топ-донатер. Нам бы сюда пятый уклон. Ну, слушай, наверное, так и оставим, потому что я неудачник. Мне там... Напишите в комментариях, есть смысл ролить? Тратить карты или нет? Я думаю, что нет. Лучше эти карты потратить на других героев, выбить одно дополнительное нужное созвездие, чем здесь пытаться выбить, ну, типа, два одинаковых, два пятых уклона. Ну что, ну пока что не идеально, да, не идеально, грубо говоря. Но хоть как-то, понимаешь? Но хоть как-то. Так, барда мы прокачали. Барда мы прокачали, друзья. Вот. Так, ну смотри. С ангелочком он для... С ангелочком он для чего? Для там фортов и так далее. Пока поставим... Мы пока поставим цепелина. И не знаю, попробуем на какого-то топа напасть. Нас, конечно, может быть, сейчас и долбанут, но мне... Как бы потом буду уже подстраивать сборку. Так, сила. На кого мы можем напасть? Надеюсь, будет хоть какая-то защита стоять. Так, атака, вот, Спиноза. Блин, Спиноза ведет бой. Руденский, давай на Руденского нападем. Зефирик. Зефирик, Лиса. Ну, давай вот так вот. Мне, кстати, пацаны рассказывали интересную вещь, подписчики, что Бард стоит, да, как бы очень хорошо именно... Те моменты, когда как бы его, ну, когда он встанет, то есть, когда он встанет, его что-то вообще убить не могут. Вот, и помните ситуацию, когда я его тестил, барда там чужого, он стоял, а потом я выпустил зефирика, и как-то там, видать, весь агр перешел на зефирика, и как бы все, и барда ушатали моментально. Вот. Так, ну что у нас тут? Ну, красопета стоит, долбит цепелином. Нет, одним бардом, конечно, я тут 100% никаким образом не набью, но мне и не надо. То есть бард это как такая будет палочка-выручалочка на добивание на битве гильдий. То есть я, смотри, я могу просто любыми способами на битве гильдий косячить. И, в принципе, быть уверенным на 90%, что именно бард потом возьмет и все мои косяки легко добьет. Ну, что вот он, ну, взял 42% уже набрал. Набрал 42% за минуту 20 боя. То есть, ну, это более чем достаточно. Это более чем достаточно, я считаю. Ну, вот. Ну, 100% он не успеет набрать. Ну, смотри, хотя...
Вот 51%, 51% он ровненько-ровненько взял за полторы минуты. Слушай, мы, наверное, наберем то, знаешь, какие-то или 97%, или 95% одним героем, или сразу 100. Ну, тут как повезет. Тут как повезет. Ну, по факту, да, у меня Барт тут прям прокачан-прокачан. Вот, прям на максимум, на максимум. Конечно, да, там удары Цепелина зависят от атаки героя. Конечно, если ему там поставить другие эмблемы, то там как бы и выхлоп по урону будет совершенно другой. Но как бы и Барт тогда стоять не будет. По крайней мере, будет шансов больше, что его ушатают. Так, у нас осталось 45 секунд, и мы уже набили 70%. Ну все, в принципе, да, ну как бы меня устраивает, меня устраивает. То есть на битве гильдии я обезопасил свои попытки прохождения от моих кривых рук. Все, типа, какая тактика, вы о чем, чуваки? Вон, новый талант плюс Барт, все классно, все прикольно и замечательно. А это я говорю сейчас про топовые гильдии. Если ты можешь даже так сильно и упорно не вкладываться в Барда, просто его купить и в каком-то нижнем топе, как бы там легко будет себя хорошо чувствовать. 12 секунд, 95%. Давайте, ставьте видео на паузу, делайте ставки. Успею, не успею. 98, где-то еще одно здание осталось. И буквально секунды не хватило. Так бы вот там здание добил бы, и все. Было бы 100% одним героем. Извините, топового игрока. Но это, ну как бы это нехорошо, я вам скажу. Это неправильно, друзья. Я осуждаю. Вот, но в целом, можете меня поздравить с тем, что у меня появился на аккаунте Барт. Вот, огромнейшее спасибо, кто меня поддерживал, кто досмотрел это видео до конца. Всех, ребятушки, вас поздравляю с наступающим. Вот, всего вам хорошего, классного, доброго, замечательного. И надеюсь, в следующем году мы с вами обязательно будем видеться каждый день на моем канале и на моих стримах. Всем чаушки, друзья!